все, пострелял? Все, застрелил. Всем привет! Не знаю там, сколько дней я уже не снимала, но много. Сейчас лежу, брала квартиру, муж с Ритой поехали на гимнастику. Я такая немножко легла, думаю, включу-ка я камеру, что-то, по-моему, я надолго пропала. Но суть в том, что у нас тут кипиш немножко, у нас ремонт двери закончились, мы сразу же позвонили мастеру, который должен делать нам ванну и туалет там, коридоры, и его сразу позвали, и вот он приехал, и вот он нам делает. А, мне котенок ноги грызет сразу. Все пришли, сейчас покажу, да, Вилька хулиганит. И сняли ванную, короче, каждый день ремонт, мы дома еще, хотя, в общем, не знаю, я планировала, что мы уедем к родителям. Там вообще, можно, конечно, ноут с собой взять, не знаю, но у меня голова забита этим ремонтом, отсутствием ванны, уже не знаю сколько, неделю, наверное, с воскресенья, да, получается, завтра неделя. Данька в лагерь, у меня тоже как бы переживания на этот счет, я долго привыкала к тому, что, ладно, с родителями, когда там едет бабушка, дедушка, а тут же с чужими людьми, и там несколько дней с ним не было связи. В общем, не знаю, мне так было тяжело морально, что не хотелось отдаваться, не хотелось снимать видео. Отдаваться вам. И, короче, у нас зима такая, снег выпал, но вы увидите. Что у нас еще? Животные здоровые, не болеют. Мы все вместе с животными болели конъюнктивитом. Ну, у кого? У котят, ну, у Плюша еще. Серого и от рыжи только не болел. И плюс еще дети тоже. Дети заразили кошек. Я там что-то тоже пыталась, но у меня все нормально было. Кстати, очень хорошо Витабакт помогает. И буквально с первого раза хорошо действует на глаза. Вчера был праздник, День народного единства. Я вас поздравляю всех. Нам приходили друзья. Мы сидели, праздновали. С детьми приходили друзья, две семьи. Нам сделали частично ванну. Сейчас покажу вам все. Сейчас только встану. И еще будут делать туалет. Скоро. Сейчас вот закончат потолки в ванной. Шпаклевать, там, выравнивать, красить. Будут делать туалет. Снимут самое дорогое, что у нас есть в квартире. Ракуша. И придется нам точно куда-то уезжать. Хотя я не знаю, дети ходят в садик. Да, Маркушка? Да. Маркуша ходит в садик, говорит, а вот пойдет. Рита сегодня вот на гимнастику поехала, потому что тоже болела. Посмотрите, какой вырос толстенький, хорошенький котик. Это вот, кстати, самый наш няшный котик. Самый, ну не сказать любимый, мы всех любим, просто его больше всех тискают, вот. Он такой весь хорошенький, британец наш. Да? Да. Сейчас пришел Марк, он немного ему не по себе, потому что Маркуша, он еще такой террорист кошачий. Да, Серунь? С ним очень здорово в обнимку спать. Да. Кто ты? Тигр? Да. Или волк? Да, да. Да, вот такой котик у нас. Да. Серунь. А, Сирка? Да. Помаши зрителям привет. Помаши привет. Помаши привет.
едем забирать Данила. Сегодня воскресенье, неделя, мне кажется, вот не знаю, как для него, для нас какая-то слишком долгая, да, неделя? Как будто месяца его не было. Тебе долго? Ты соскучилась по брату? Соскучилась? Сейчас будем его забирать. И сходим еще в кино на мультик «Тролли» 3D. Тролли? Да. В час где-то, в два около двух. Будет сеанс у нас. Ну и заедем к родителям моим в гости. У нас такая зима уже смачная. Сейчас покажу вам. Все в снегу. Сосули, смотрите, какие висят огромные. Все, все. Снег идет каждый день, сугробы. В этом году зима какая-то очень быстрая и неожиданная. Мы еще думали, помучимся, в грязи потопчемся. Нет, снег выпал. И вот, теперь мы по сугробам топ-топ. Ну, в общем-то, пока еще у нас во дворе нигде не чистили, да, Лей? Угу. Не чистили же. Хотя снег идет каждый день. Будете говорить привет? Привет! Всем привет! А куда мы едем? В зеркало. Ты самый прекрасный. Че спрашиваешь? Че? Вот видите, какие дороги? Уже на дорогах сугробы. Колея, само собой. Ну, это еще не самое снежное такое время, да? За всю зиму столько еще насыпет. Что-то люди прям по дороге топают. Эту дорожку замело. С этой стороны вообще нету пешеходной дорожки. С этой стороны есть, с этой стороны нету. И вот получается наш участок где-то здесь будет. И неизвестно, как ходить по дороге или постоянно дорогу переходить, потом обратно переходить. В общем, неудобно. Пытаюсь сфокусироваться. Машина трясется, нифига не получается. И вот хотела показать вам фотографию. Ну ладно уж, немножко так мутно. В общем, у нас в садик очень часто приезжают разные фотографы и фотографируют детей. Я в основном люблю раз в год делать общую фотографию. И если какие-то постановочные, то есть с реальными предметами, не просто там фон изменили. И вот что тут, смотрите. Здесь она держит яблоко. По-моему, даже веночек не настоящий у нее на голове. Да? Так не видно, потому что сейчас очень мутно. И не понимаю, почему так сделано, что яблоко вообще не видно, что она держит. В общем, ее... На нее накидали веточек, листьев вот так вот все закидали. И все, вся фотография. Скажите, как вам нравится? Нет такое качества фотографии? Так, мальчикам приходят. Хотели мы с Маргаритой пойти в больницу, взять справку в садик. Потому что сегодня проспали мы вообще в садик. Сегодня понедельник, потому что папа выключил будильник в пятницу. Не нужно было вставать. Пятница был выходной праздник. И выключил будильник. Еще собака вон бегает. Собака, кошка. Короче, мы сегодня в 8 часов проснулись. И не пошли никуда. Вот Марка не повели. А с Ритой должны были утром рано за справкой. Ну, в общем, пошли за справкой. А там народу в понедельник просто вообще очень-очень-очень-очень много. Часа 2-3 сидеть. Со здоровым ребенком среди больных я решила не сидеть. Решила, что завтра утром где-то 7:30, ну где-то, может, 8:15, лучше пойти и взять справку и сразу в садик. Сосульки хотела показать. Да, правда, Рита говорит, сосулища прям такие. Сосульки смачные. Видите, на домах везде. Это что-то. Собачка. Собачка без глаза. Да, вот я смотрю, да? А собачки бродячие, они такие как бы толстенькие. Ну как, в смысле, с Вилли все время сравниваю. У них вроде бы на улице живут, там на мусорке питаются, да? Он котик. А как домашние животные? А наш холеный, которого кормят без конца и края, худой как Кощей. Синичка, смотрите, какая красивая. Летела. Мы на этом дереве были. Хотела ванну показать, но
Ну, это решила показать, как мастер уже затирку сделает. И уже тогда покажу. Сегодня, кстати, еще ванну привезут. Новую, акриловую. И, наверное, мы поставим уже машинку, ванную. Ну, в общем, все целиком покажу. Потолок только не доделан пока. Маргарита пошла играть на площадку, а я за Марком поднимусь. Мы уж лучше погуляем, чем сидеть в очереди 3 часа в больнице. Вот так вот сугробы. Вышел Данька. Пошли с Ритой они выкидывать мусор. Маркуша мастится на санки. Ножки ставь. Купили ему, кстати, новые валенки. Почему-то от Данила не осталось валенок. Только больше. Вот. С тех пор, как последний раз я валенки покупала, валенки значительно подорожали. 2,5 раза. Что? Не катить? Пристегнуть? Да. Так ты ручками держись, я тебя тихонечко буду катить. На этих санках мы ездим в садик. Да, Марк? Да. Все. Пусть она одна побежит кросс. Так она быстрее тебя сейчас. На старт. Внимание, кто быстрее? До конца дороги! Вот ты ее обгонишь. Она не быстрее. Да не... давай, догоняй! Дай ей немножко фору. Быстрей! Вита, дай я покатаю. Вита! Не катай! Я же не катал! Я тоже не катала! Вита! Потом покатаешь! Вита! Вита, может по очереди надо катать? Может надо по очереди катать? Маргарит? Я когда вот так вот сзади к маку, я же не толкаю. А можно катать, чтобы Рита и Данил? Только Рита потихонечку, можно так? Нет, она... Я вот сзади плюши, прицепившись за газ. Она так делает. Сядет? Не. Вот так вот возьмешь руками и просто идти будет. Ну, она так и идет. Ладно, сильно, короче, не. Ты сильно не толкай, потому что нельзя Марка сильно катить. Тогда можно. Ладно? Не толкаю. Хорошо? Я это толкаю. Идти их двоих. Держись. Марку варежки поправить надо. Поставь на место туда, ну. Держи хорошо брата. Поехали. Ну, еще можно сделать останки. Давай, кати. А, сугробы сейчас. Не тяжело тебе, не тяжело? Молодец, такой сильный, молодец. Мама, что, вы довольны? Каток залили, нет? Давай посмотрим. Каток еще нет, не залили. Почему, если уже лег? Ну, давай заедем, посмотрим. Да вот